Игорь Федорович, он созидатель. Знаете, чем Игорь Федорович интересен? При каждой встрече он тебе книжку подарит, интересную идею выскажет. И потом у него получается как-то ненавязчиво, как-то так тонко и красиво. Когда некоторые тыкают, говорят, вот, допустим, пошел, сказал, вот это у него. Очень получается интеллигентно, вот интеллигентно заставляет вот идти по его определенному занятию, как хочется идти с нами. Вот, но в-третьих, для нас это собиратель. Вот все конференции всегда собирает, кто-то организует науку, все жизни без этого нельзя, надо общаться, надо дружить, иногда и чаепить вместе, верно? Да, да. Вот, поэтому я и социолог очень рад, что Игорь Федорович есть, мы его любим, и его здоровье еще чаще собирается. Спасибо. А поскольку я понял, тонкий намек, только поделиться. Да? Не торопитесь. А. Поскольку я понял толкий намек, что каждый раз мы... Вот, пожалуйста, там и твоя статья, по поводу того, что здесь уже были сертификат, скажешь. Спасибо. Своему начальству. Так, уважаемые товарищи, наступило время, как теперь говорят, кофе-брейк. А ты объявила уже? А ты объявила? Конечно. Нет, мы по регламенту должны сейчас немножко смочить горло. 405-й аудитории прошу тебя, а потом уже после кого-то объявили. Наталья Александровна, помню. Так, после кофе ты не будешь возражать? Игорь Петрович, от тебя я вынесу все.